Приветствую, дорогие братья и сестры. Четвертый день нашего паломничества. Сегодня мы посетим центральный храм Грузии, Тбилиси, Святой Троицы. Очень красивый собор. Красивый. Приехали мы к Троицкому собору, главному собору всей Грузии. Вот за нами паломники идут. Пути Господни неисповедимы, и в этой поездке я пересекся с одной из замечательных подписчиц, которая тоже в паломнице с Германии. Сейчас вам покажу ее. Посмотрите, какая красота. Как зовут, напомню? Алла. Аллочка. Вот так пути Господни неисповедимы. Храни вас Господь.